Здравствуйте! Сегодня с юными респондентами поговорим о гаджетах. А в чем разница между ноутбуком и планшетом? Значит, ноутбук, там кнопки, а на планшете можно только пальцем. Угу. Ну, а что лучше? Мне планшет больше нравится. Чем это? На ноутбуке там надо еще что-то писать, чтобы скачать. А на планшете вообще ничего не пишешь, просто зашел и можно там бы есть, можно просто сказать и найдется. Что бы ты выбрал? Смартфон, планшет или телевизор? Телевизор. Почему? Потому что телевизор больше всего из этих. По размерам. Угу. А вообще, дома можно было бы обойтись без телевизора? Нет. Вообще никак? Нет. А вот многие сейчас отказываются от телевизора, говорят, не нужен, компьютер есть и хватит. Почему? Он нужен, чтобы... Может быть, пригодится, может, гости придут и захотят посмотреть новости, а не будет телека. Многие в телефоне сидят весь день. Как ты думаешь, что можно делать? Ну, там всякие видео переписываться. И, например, у меня уже есть телефон. И что ты там делаешь? Видео смотрю. Весь день, что ли? Пока мама не запретит. Или пока батарейка не сядет. А что такое дисковый телефон, ты знаешь? Дисковый? Ага. Это когда диски загружаются у него. Ага. Нет, я такое не знаю. А пейджер что такое, знаешь? Пейджер? Говорят, что телефон, ну, смартфоны могут быть вредными для здоровья. Как ты думаешь, правда это или нет? Ну да. А на что они влияют? Как они отражаются на здоровье? Если его близко смотреть, зрение испортишь. Что можно делать в телефоне весь день? Ну, можно выбирать, ну, например, какие-нибудь игры. Только выбирать весь день сидишь и выбираешь, думаешь, так, вот это мне не подходит, ну, это тоже не подходит, да? Так? Да. Но еще разные мультики тебе не подходят. Ага. Да. А хоть что-нибудь в телефоне подходит? Ну, подходит. Фильмы подходят. Угу. Мультики не подходят, игры не подходят, а фильмы подходят. Да. Если долго сидеть за компьютером, то что происходит? Ты начинаешь плохо видеть. Это опасно для здоровья? Да. То что надо делать тогда? Ехать кое о чем. А что такое дисковый телефон, знаешь? Дисковый? Ну, в нем есть диски. Угу. Да, в него помещается, чтобы послушать музыки. Угу. А пейджер что такое? Пейджер? Ну, это такая тоже музыка. Музыка? Да. А что бы ты выбрала? Смартфон, компьютер или телевизор? Смартфон. Почему? Потому что я смогу мультики смотреть. А по телевизору не сможешь, что ли? Ну, я только хочу на смартфоне. А как ты думаешь, бабушку, дедушку можно научить пользоваться планшетом? Можно, конечно же. У моей бабушки и дедушки два планшета. Угу. Бабушкин электронный, а у деда у него большой.